Наш поводырь. 29 ноября 2020 года. Вот так вот он выглядит для жителей Украины. Совсем нетипичный, как говорится, украинец, Арахамия. Тут он рассказывает нам, сколько мы будем недель сидеть дома. И он говорит, что дотянуть до новогодних праздников было бы идеально. И идеальную дату рассказывает, когда ввести. Это руководитель фракции в украинском парламенте. Можете посмотреть на него. До такого мы дожили. В Украине какая ситуация, он рассказывает. Ну, это все пустобрехи. Что тут они? Они могут вам рассказывать все по-разному. Люди возмущаются, а толку с того? Раз молчат. 14-го, но не планируют с неделю до Нового года и 2 недели после. Это с 24 декабря по 14 января, чтобы включить еще туда старый Новый год. Тут другой пишет, знаток корабельных сосен пиарится на локдауне. Похоже, что все уже решено, другой пишет. Ну вот, другой пишет, на кого он похож. Ну вот, такая у нас власть, наша народная. От вас партии узурпировали выдвижение кандидатов, и фактически теперь вы только можете быть статистами. Пойти на выборы, за кого-нибудь проголосовать, кого вам партии предложили, что на местных выборах, что на общегосударственных. Вот такая ситуация сложилась. А вот если открыть крокодил 1974 года, видите, вот такой там был рисунок. Вверху республика написана, колючая проволока. Это сколько лет прошло? 46 лет этой вот карикатуре, которая актуальна. А внизу колония, военщина. Ну, тут они обычно рисовали американскую военщину. Вот так вот. 74-й год, и сейчас 2020 заканчивается.